Здравия желаю. По просьбе посетителей применяем, значит, сегодня с железными лопастями на 100 ватт мощный вентилятор. Но с него не вышло у нас вечного, а вышло только вентилятор, значит, с КПД, сейчас скажу. КПД, то есть на 100 ватт крутит, но потребляет всего 18. 100 делим на 18. То есть вентилятор с КПД 555%. Как видите, скорость у него не падает. Крутится как на 100 ватт, а потребляет 18.